находится посередине. Вот мы его нашли. Уже к нему можно пристроить соседнее деревце. К нему тоненькое соседнее деревце. Тоненькое соседнее. Да? Угу. Чернотики вот так же лежачие. Смотри, абсолютно лежачие холстуки. Чернотики. Синий. Коричневый. Чернотики. Вот они. Вот они. Кроны, ты видишь, расположены вот по такой зигзаговой. Угу. Причем вот эта крона прямо посередине, да? Угу. Вот этот лоскуток кроны прямо посередине. Тоже его легко найти, и уже тогда можно пристраивать остальные. То есть середины для нас очень хорошие подсказки. Тоже в районе середины находится, чуть выше середины, небо. Дальний план, да? Угу. Ты возьмешь синенький, небо само у нас беловатое. Потом возьмешь синенький, вытрешь кисть тряпку, возьмешь синюшечку. И там, где у нас вот эта даль, ты видишь, она чуть заступила за середину, прямо на зеленый нашвыряешь синюшку. Вот так, вот так. Хорошо? Угу. Чернотики внизу продолжишь и по такой траектории. Давай. Не добрала синюшку. Смотри, какое там синее. Синее. Разбел ультрамарина. Даст хорошую синюшку, которая расскажет. Это там вдали. Синька — это цвет воздуха. Воздух создает, будучи став толщиной, создает эффект синего цвета. Вот он. Согласна? Чуть смуглее, внизу синька, там будет у тебя синенький плюс коричневенький. Более смуглая в районе водоема. Накидаешь, накидаешь, накидаешь. Будешь брать светлости, чуть-чуть вынимать вот такими. Вот такими точечками. Неравномерными точечками. Ты видишь, да? Неравномерными. Будешь вынимать пространство неба, которое здесь еще и с оранжевинкой. Тряпочка у тебя в руке будет, и ты чуть что будешь вытирать кисть. Накидаешь, накидаешь вот этих рябушек. Мера краски и мазочек, смотри, лежачий. Uh-huh. Лежачий, мера краски вот такая. То есть с некоторой густотой. Немножко пошвыряешь вот таких ребят. Uh-huh. Ярких. Вот таких. Уже с веществом. Уже... Если до этого мы мало брали вещества, то теперь мы захватываем в большей мере вещество. На стволе, на этом крупном стволе, свет. И ширина у него большая, побольше сделаешь. Я специально не закрою. Хорошо, хорошо. Вот эту полосу света уложишь. Эту начнешь укладывать. Чуть-чуть покромсаешь их на идею вертикали. Чуть-чуть, чуть-чуть. Давай так. Вот они. Проговорил идею неравномерности. Проговаривал? Это ее даже не услышала. Ну, наверняка. Потому что еще не привыкла к таким вещам прислушиваться. Ну-ка, стань с этой стороны. Значит, идея неравномерности. А у тебя как раз идея равномерности. Друшлаг такой. Это теневое. Оно темное.
Согласны, что оно темное? Относительно зеленого уж точно темное. Ствол не очень-то перебит был точечками. Значит, вернешь черноты. Угу. Ты на картинку не смотрела, когда делала. Правда ведь? Сказали делать мелкие дырочки. На картинку не говорили смотреть. Согласна? Ну не смотрела. Нет, ну где там? Ну нету там. Ну не смотрела. Степень темности у этих штуковинок тоже разная, да? Угу. Ну вот от темного к светлому. Нет, там нет от темного к светлому. Там степень темности у них разная. Причем там, где свет, почти бело. Почти бело. И вот такими неравномерностями. Как бы созвездиями. Ты согласна? Не вот такой одинаковый шлеп. Нет. Я ж тебя не ругаю. Я тебе для сравнения. Так я не плачу. Вот такие вот. Окультуренные. Смотри. Вот они. А вот эту всю темноту я возвращаю. Да. Угу. Вот такусенькие. Вот они. Созвездия. Стайки. Вот такие. То есть они внятно светлее зелени. Не компот такой из всего. Из всего, да. А почти трафаретный силуэт зелени. Почти трафаретный силуэт зелени по отношению к дырочкам. Смотри, между ними тональная. Принципиальная тональная разница. Ты видишь здесь, да? Угу. Принципиальную тональную разницу. Эти мазочки тоже разнообразны. Стайками, зигзагами, созвездиями. И разница тональная между дырками и между самой зеленью. Мазок более мелкий, более культурненький. Ладно? Угу. Значит, сначала светляки, потом позаслоняешь светляки зеленяками. Давай так. Ну и темноту верни. Отличненькие мазочки. Так. Вот здесь начало продолжать. Угу. Я не знаю как. Угу. Значит, в этом месте, мы поступим вот так. Возьмем оранжевинку чуть-чуть. И вот эти просветы между деревьями аж вот с такой густятинкой подсунем. Потом все это чуть-чуть заслонится
заслониться стволиками. Это красиво? Mm-hmm. О, смотри. Заслониться. Здесь у нас отражение в воде. Создадим идею глянцевого состояния. Глянцевого, полосатого состояния, вертикального, глянцевого, полосатого. Вот такого. Нарочитая, вот такая мутная полосатость. Наоборот, лежачая плоскость, вернее, это самая береговая. Вот такое. То есть это висячая, это горизонтальная по характеру укладки. И тоже отражаются стволики. Видишь, я их больше вытягиваю, угу, нежели чем провожу. И вот они же в отражении. Причем ты видишь, он не показывает вот этот цвет, не отражает его. То есть как бы другой угол зрения, угол отражения. Нет, просто мы почему-то не видим. Я не думаю, что он забыл, скорее всего, там примерно так и было. С той картиночки, которую он рисовал. Чуть-чуть вот эту зелень, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть она собственные стволики перекрывает. Логично? Угу. Так. Ну, здесь то же самое сделать, наверное, нужно, да? Только поменьше белого. Вот сюда, да нету там больше дерево, практически. Там чуть-чуть еще мигнул вот этот, угу, тронешь чуть-чуть. Вдали мигнул. На стволах мигнул. Есть такое, да? Смотри. Угу. Причем такой тепловатый. Прямо. Желтевенький, оранжевенький, угу, цвет. Чуть-чуть этот цвет хочет закругляться по стволу. Чуть-чуть. Хочет, да? Белый в тени, в солнечный день, любит сиреневить. Покажем это. В общем, легкий намек на штрих по цилиндру покажем. Угу. Цилиндр любит штрих. И мы чуть-чуть усиливаем звучание штриха. Смотри, какой ствол на переднем плане, да? Выразительно образовался. В крайнем случае, вот эти вот очень темные звуки на стволе, чернявые, темные, можно мастихином вот так доуложить. Аж вот так. И тоже чуть-чуть штрихануть. Ствол? Угу. Тоже белесики какие-то.
Нечто подобное с этим стволом, более просто с этим стволом. Здесь более темное. Во-первых, его несколько отсей, иначе он уйдет под раму. Угу. И можно чуть-чуть наклонить, чтобы было интереснее. Тем более, что там тоже с наклоном и с легким звучанием неба голубенького в углу. Которые ты положишь похожими мазочечками голубого. Выдавишь себе белилец. Вот они, вот они. Ну вот эти нормальные? Да, очень-очень хорошо, очень. Облепливать вот это добро, опять же, небочком. Подрезать где-то деревце. Прям под самое деревце. Хорошо? Смотри, так, такое очерченность подсунуть кое-где. И, конечно же, отчертить чуть-чуть. Давай. Рисовать? Да. Там же есть что рисовать? Вон сколько там есть, что рисовать. И есть, ой, что рисовать. Правда? Получается уход в перспективу за счет тоненьких деревцев, за счет их утоньшения. Вот я здесь свет положил, не посмотрела, а нет ли там еще такого. Тебе же понравился вот этот цветичек? А ты его не захотела в тиражечек положить, а есть куда. Я ничего не путаю. Посмотри, будучи сбоку подбиты светом, сколько они создали воздуха и света, да? А то ж было скучновато. Я пыталась, здесь вот даже видно, то, что я там крашу. Да, Все концентрируешься. Коричневый, голубой. Будет вот такой серебристый цвет, как там и есть. Так.
еще ярче, да? Угу. Ты видишь, да? Угу. Проще вот так поступить, чем обрисовывать. Чуть насадить идею травы. Идею травы насадить вот так. Маленькими такими мазочечками. Мазочечками насадить. Хорошо? Угу. Веточки. Там очень много красивых веточек. Начать выпускать их отсюда. То есть заострила кисть, заострила, угу. Заострила, взяла на кончичек, угу. И вытягиваешь с паузами вот такими. Коряжестый задаешь характер. Хорошо? Угу. Давай так.